10 правителей Кубани от Медунова до Ткачева. Это книга о людях, которые в разное время правили регионом. Это не серия биографических очерков, рассказала автор Светлана Шишкова-Шипунова, а цельное и необычное по жанру исследование, которое писатель называет «занимательной политологией». Книга рассказывает о том, как губернаторы в разное время приходили к власти, какой след оставили и как жили после. В книге 13 глав нет отдельных о каждом из правителей. Автор повествует, используя, как она сама говорит, метод сравнения всех со всеми. Писала она, основываясь на собственных воспоминаниях, ведь с каждым из 10 руководителей, кроме Ткачева, Шишкова-Шипунова работала и была лично знакома, будучи журналистом. Писать книгу она начала в 2009 году. В принципе, она была готова, книга, уже в 2010 году в основном. Но когда я увидела, что получается у меня такое вот цельное исследование обо всех 10 правителях, я стала дожидаться, когда закончится губернаторская история Ткачева, потому что мне нужно было обязательно завершение. Ведь о каждом человеке я рассказываю, чем же завершилось. Понимаете, пришлось ждать целых 6 лет. Книгу выпустили в июне 2015 года. Ее уже презентовали в Краснодаре. Тираж в 1000 экземпляров буквально разлетелся. Книга получила широкий отклик у читателей и в средствах массовой информации. Уже этой осенью планируется допечатать тираж. Добавлю, что Светлана Шишкова-Шипунова – известный журналист и писатель, автор нескольких книг прозы, сборников литературной критики и редактор-составитель известной книги «Олимпийское наследие. Сочи».